стране в самом разгаре подготовка к единому дню голосования. Теперь каждый избиратель может обратиться в участковую комиссию, чтобы уточнить внесенные о нем сведения. 24 февраля – последний день, когда в дополнительные списки внесут тех, кто желает голосовать по месту проживания, не имея регистрации. В таком случае в комиссию необходимо предоставить подтверждающий документ, договор найма или купли-продажи. Доля отечественных продовольственных товаров на внутреннем рынке достигла 78%. Молочная, хлебная, мясная и плодовощная продукция почти на 100% белорусского производства. В магазинах действуют ассортиментные перечни товаров, которые в обязательном порядке должны находиться на прилавках. Для повышения безопасности участников дорожного движения на светофорах Бобруйска устанавливают светодиодные ленты, которые дублируют свет сигнала электронного регулировщика. Такая новинка будет привлекать внимание водителей и пешеходов даже при ограниченной видимости и плохой погоде. Республиканская профилактическая акция «Безопасность в каждый дом по предупреждению пожаров и гибели людей» проходит в Бобруйске. Первый этап акции направлен на работу с многодетными семьями. Сотрудники МЧС в игровой форме проводят беседы с маленькими гражданами и напоминают о важных правилах безопасности. 10 февраля с 9 до 12 часов исполнительный комитет и районные администрации проведут прямые телефонные линии. На повестке дня обсуждение экономики, инвестиционной деятельности предпринимательства и заработной платы. Также разговор коснется вопросов жилищной политики, градостроительства, связи, транспорта и коммуникаций.